Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракасси. Итак, сегодня посмотрим бой на Мауси. И, кстати, посмотрите, какой классный стиль у игрока. Тут еще и мышь нарисован прям в тему. Накачанный мышь непростой. Так что смотрим внимательно, как же игрок нагнул в данном сражении. Ну и также по-прежнему рекомендую вам подключить набор Северянин. До 21 июня он будет доступен, и вы сможете получить уникального командира, премиум танки, ренегат, лансенси и многое другое. Также, если интересно, можете поучаствовать в небольшом розыгрыше голды. Для этого всего лишь посмотрите видео до конца, после чего напишите какой-либо комментарий по теме видео, укажите в конце комментария свой игровой ник. И вот, кстати, победитель, который выиграл голду в прошлом видео. Так что не упустите такую возможность. Ну а если вас интересует Twitch Prime аккаунт, то есть премиум танки, набор Северянин, то ссылка на него будет в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракасси. Так, давайте поиграем на сайте WotHub в игру Crash. Поставил я 1500 золота. Сейчас попробуем выиграть. Вот он растет, коэффициент. Давайте забираем. Вполне неплохой коэффициент. 2, конечно, можно и больше. Ну, кстати, есть у меня для вас небольшой такой вот промокодик. Вот он. Отдаст это вам 50 золота. Этот код ограничен в количестве активаций, то есть не больше, по-моему, 26 активаций. Данный кодик работает. Потом все, как бы, ищите следующий код в других видео новых. Итак, еще 1500 золота. Давайте заберем. Ну, почти x2 коэффициент, можно было и больше, но все равно неплохо, я считаю. Ну и последний разок, я думаю. Опять 1500. Вот видите, проиграл. Давайте попробуем 3000 поставить. Так, хороший выигрыш. Почти 2000 золота. Ну и на этом, наверное, сегодня хватит. Ссылка на сайт в описании, там же промокод. 9 июня прошел суд над разработчиком всяких читов и запрещенных модификаций. Соответственно, он их там на сайте распространял, продавал. Ну и Wargaming подал на него в суд. Вообще в Москве должны были рассматривать дело, но, как я понял, перенесли, соответственно, в город, где родился, соответственно, преступник этот. Ну, на самом деле, я немножечко утрирую и шучу. Ну, хотя игроку, который, в общем-то, попался, не до шуток. У него серьезные проблемы. Ну, в общем, действительно, Wargaming говорит, что ущерб составляет 670 миллионов рублей. Это 9 миллионов долларов. Соответственно, не знаю, как это все закончится. Ну, конечно, у этого, в общем-то, человека вряд ли столько есть денег. Даже, наверное, несмотря на то, что он там, ну, наверняка заработал на этом кругленькую сумму. Но 9 миллионов долларов — это прям вообще жестко. Напишите в комментариях, что вы насчет этого думаете и чем закончится суд. Может быть, в общем-то, показательно суд какое-то решение такое резонансное примет. Далее у нас 10 июня, то есть в пятницу сегодня, стартуют некоторые акции. До 14 июня они продлятся. Это x3 опыта за первую победу в день. Это у нас скидка
до 50% на все виды кастомизации за игровое золото. В общем, весьма неплохо. И ко всему прочему, вы можете получить дополнительный опыт за бой. Достаточно выполнять относительно несложные ЛБЗ. В принципе, все по стандарту. Если вы прокачиваете технику, то в эти выходные и в пятницу это будет делать прям действительно значительно быстрее. Далее стоит отметить, друзья, что теперь вот Blitz можно поиграть через VG Launcher, через которого вы большие танки, соответственно, устанавливаете, Wargaming Game Center. Соответственно, теперь можно и вот Blitz оттуда скачать. Раньше вот Blitz можно было только на мобильных устройствах скачать и играть, и в Steam. А сейчас еще доступно, соответственно, в обычном загрузчике Wargaming. Так что, если вам это нужно, то можете попробовать. В принципе, Blitz развивается полным ходом. И сейчас я даже немножечко расскажу вам про то, что я там увидел. Соответственно, там выходит новая ветка японских тяжелых танков. Опять-таки, предвижу, в общем-то, недовольство некоторых людей, которые скажут: зачем мы в большие танки играем? Хотя среди моих зрителей, хоть и небольшая часть, но есть зрители, которые играют в Blitz. В общем-то, очевидно, по-моему, что некоторые ветки, которые есть в Blitz, они вполне могут выйти у нас. А там, соответственно, есть некоторые эксклюзивные танки. И например, вот эти йохи, они сначала вышли в Blitz, чтобы вы понимали, такой прецедент уже был. Они были в Blitz, первыми вышли, и, в принципе, там долгое время были, а потом только вышли у нас. Так что есть вероятность, что вот эти вот новые японские танки, это тяжи, не те, которые вот T5 Heavy и так далее, это другие, в общем-то, тяжи, более подвижные японские. Я считаю, что есть вероятность, что в дальнейшем они у нас выйдут. Не то, что прям как-то хочу, чтобы контент БДЦ-водов перешел к нам. Хотя, наверное, хочу на самом деле. Я думаю, они, в общем-то, не рассердятся, если у нас тоже это появится. В общем, что за танки? Первый из них — это Чи-5Е. Похож на Чири, в общем-то. Похож на вот эти вот типичные японские танки. Но это, соответственно, 8 уровень. Есть еще и там пониже уровни. Но я, в общем, решил рассмотреть только девятки. То есть восьмерки, девятки и десятки. Вот и девятка — это у нас тип 68. И вот тут уже видно отличие. То есть это похоже больше на СТ-шку, хотя это тяжелые танки. И, соответственно, чем они славятся? Тем, что, соответственно, у них неплохая броня, но при этом и подвижность тоже весьма неплохая. В общем, действительно интересное такое соотношение, плюс хороший, естественно, УВН, хороший ДПМ, то есть пушка чем-то, наверное, даже похожа как у СТБ-1, но не совсем. А также вот 10 уровень — это тип 71. Похож очень сильно, на мой взгляд, на СТБ-1 и на, наверное, чехословацкие немножечко, может быть, танки некоторые. В общем, эти танки будут отличаться хорошей броней, хорошими УВН, высоким ДПМом и приемлемой подвижностью. Также вот Блице исполняется 8 лет в июне, и прям там огромное количество акций. Сразу хочу сказать, что я подробно не изучал вопрос, но я так думаю, вряд ли Блице обидят. То есть раз в день рождения действительно должно быть очень много халявы. Так что если опять-таки вы думали начать играть в Blitz, то сейчас все как бы звезды, можно так сказать, сошлись в одну точку. И так что вы можете из VG лаучера, прям VG-шного гейм-центра этого, скачать Blitz и поиграть, и плюс много получить халявы на день рождения.
игры. И также новая ветка еще и вышла. Также там какие-то ивенты еще проходят. Прям, я не знаю, там обиды контентом сейчас. Да-да, друзья. Некоторая такая халява, возможно, вы о ней знаете, но скорее всего, потому что она уже давным-давно работает. Раз в месяц можно забрать со специального сайта. Не скажу, что он секретный, в принципе, о нем многие знают. Соответственно, если вбить в Google подарок World of Tanks, то первым делом вам, соответственно, выдаст этот сайт. Это сайт Wargaming. Наверное, они его сделали, потому что, ну, чтобы не занимали какие-то, там, не знаю, мошеннические сайты. Первое место в поиске, и, соответственно, выходит всегда этот сайт. И там можно получить раз в месяц какой-нибудь подарок. Но обычно это X5 опыта, ну, в принципе, тоже может быть полезно. Если вы давно не играли, то могут дать чего-то и поинтереснее. А вот новый 2D стиль, ретро-волна называется, он такой кислотный по виду стиль. Соответственно, будет он выдаваться за 34-й набор Prime Gaming. Вот, ну, то есть, я его называю Twitch Prime аккаунт по старинке. Ну, соответственно, до сих пор, ну, как я уже сказал вначале, можно подключить Twitch наборы, получить от этого всякие призы. И, наверное, хорошо, что так происходит, потому что, в принципе, Twitch Prime аккаунты подобились игрокам, так как это неплохой такой вот недорогой способ получить много всего и при этом, ну, как бы сами понимаете, не потратив много средств и времени. То есть там и прям танки в наборе, и премиум аккаунт, и X5 опыта, и расходники, в общем, много всего. Так что ждем следующий набор. Это хорошая новость. И последняя новость. Танк К2 обнаружен, соответственно, на китайском сервере. Соответственно, там его активно тестируют. Пока что у нас на сервере не так часто он появлялся, но появлялся все же. То есть можно было увидеть этот танк изредка в рандоме, насколько я знаю. И, похоже, танк готовится все-таки к выходу. И есть такой вот слушок, что добавят его специальное событие такое вот под названием торговый караван. И можно будет его приобрести за боны. Так что ждем торговый караван, который будет летом, я думаю. И готовим боны. Я думаю, 8000 бон потребуется на этот танк. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.